Добрый вечер, уважаемые слушатели. Обращаем ваше внимание, что ведется прямая трансляция концерта. Убедительно просим вас отключить звук мобильных телефонов. Спасибо. Для вступительного слова на сцену приглашается доктор искусствоведения, профессор Екатерина Сергеевна Власова. Добрый вечер. Мы рады вас видеть в этом нашем малом зале Московской консерватории на концерте из произведений Бориса Тищенко. Хочу сказать, что это первый авторский концерт композитора, который состоится в Москве. Программа его составлена таким образом, чтобы было какое-то представление, хотя бы минимальное, эскизное, о полувековом творческом пути этого замечательного художника. Начиная с его вокального цикла «Грустные песни», созданного в начале 60-х годов, еще в годы обучения в Ленинградской консерватории, за этот цикл он получил свою первую известность, заканчивая последним сочинением, которое прозвучит в этой программе сегодня, циклом «Река времен». Этот опус композитор написал за 3 года до своего ухода из жизни. Открывает концерт «Анданте эспрессиво для арфы». Это своего рода маленькая арфовая увертюра к так называемой арфовой части концерта, арфовому прологу. Помимо арф «Анданте», мы включили в программу сочинения с участием арфы, это композиции «Другу» и «Брату», вернее, их «Завещание». Все эти сочинения, не только они, связаны с именем Ирины Анатольевны Тищенко, Донской Тищенко, профессора Санкт-Петербургской консерватории, замечательной арфистки и жены Бориса Ивановича. И сегодня она открывает наш концерт. Кульминацией первого отделения будет 5-я фортепианная соната, которая прозвучит после цикла трех песен на стихи Цветаевой, одного из самых любимых сочинений Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, и песенки из цикла «Чертеж», написанного композитором в середине 90-х годов. Фортепианную пятую сонату можно с полным основанием назвать фортепианной симфонией, настолько масштабно, грандиозна ее композиция. А соната писалась в одно и то же время с тем периодом, когда композитор работал над балетом «Ярославна» и своей грандиозной четвертой симфонией. Это середина 70-х годов. Во втором отделении вас ждут 3 премьеры. Первая – это соната для виолончели соло, которую исполнит Ольга Галочкина. Второе – это специально написанная для сегодняшнего концерта транскрипция цикла Тищенко на стихи Ахматовой «Бег времени». Транскрипция создана для голоса и фортепиано. Ее автор – выпускник Санкт-Петербургской консерватории, ученик Бориса Ивановича Тищенко, замечательный композитор, дирижер, пианист, сегодня представит этот свой новый вариант сочинения вместе с певицей Юлией Кучиной-Патричелли. И третья премьера, московская премьера, это вышеупомянутая уже «Река времен», который прозвучит под управлением молодого дирижера Сергея Терентьева. Все мы объединены, все мы известные молодые музыканты, профессора и педагоги, объединены одним стремлением, любовью, уважением к большому русскому музыканту, гордости русского искусства XX века. И сегодня, 23 марта, в день его рождения,
мы приносим свое музыкальное приношение Борису Тищенко в стенах Московской консерватории. Спасибо. Начинаем первое отделение концерта. Анданте эспрессиво для арфы соло, сочинение 71-е. Исполняет заслуженная артистка России Ирина Донская-Тищенко. Брато для сопрано, арфы и флейты на слова Михаила Лермонтова, сочинение 96-е. Исполнители, лауреат международных конкурсов Юлия Кучина-Патричелли, Ирина Донская-Тищенко и заслуженный артист России Олег Худяков.
Я
Завещание для сопрано, арфы и органа на слова Николая Заболоцкого. Сочинение 98-е. Исполняют заслуженная артистка России, солистка Московского музыкального театра «Геликон опера» Марина Карпеченко, Ирина Донская-Тищенко и солистка губернаторского оркестра Санкт-Петербурга, штатная органистка Таврического дворца Ирина Розанова. Oh,
Три песни на слова Марины Цветаевой. Сочинение 48. «Окно», «Осыпались листья», «Зеркало». Между частями цикла просим не аплодировать. Песенка о потерянной голове из цикла «Чертеж» на слова Якова Хамармера. Сочинение 120, номер 5. Исполняют Марина Карпеченко, партия фортепиано, лауреат международных конкурсов Михаил Турпанов. Вот опять окно, где опять не спят, может, пьют вино, может, так сидят. Я вас не забыла, я вас не забыла.
душу в пустоту. Ла-л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 а
Соната номер 5 для фортепиано, сочинение 56-е, в трех частях, исполняются без перерыва. Исполнитель, лауреат международных конкурсов Юрий Фаворин.
Уважаемые слушатели, закончилось первое отделение «Антракт».
Четыре романса из цикла «Грустные песни», сочинение 22. «Время» — слова Перси Биши Шелли. «Рождественский романс» — слова Иосифа Бродского. «На постриженье немилый» — слова народные. «Олень» — слова Атамона Якомоти. Исполнители: Марина Карпеченко, партия фортепиано, Михаил Турпанов. Я гляжу на пропасть.
никогда. Всю
Ноктюрн и пастораль из сонаты номер 9 для фортепиано, сочинение 114. Исполнитель Михаил Турпанов.
Вокальный цикл «Бег времени» на слова Анны Ахматовой. Сочинение 135-е. Транскрипция для голоса и фортепиано Антона Лупченко. Запах, бег времени. Я любимого нигде не встретила. Зачем? Летание. Эпилог. Первое исполнение. Юлия Кучина-Патричелли, партия фортепиано, лауреат премии правительства Санкт-Петербурга Антон Лупченко.
земле я все запомню.
добавили воду. Thank you.
Что же ты на земле замешкала? И ведь это ты не торопишься, но спустился твой крыльный полуночь, и фотон опять тебе соткан. Что печалишь? Ты брата воина, сестру голубицу, земницу своего печалишь, рабовочка. Как последнее слово услышала, света белого я пред собой не взвидела. Thank you.
В завершении концерта прозвучит цикл «Река времен» для солистов и хора капелла, сочинение 145-е, в 8 частях, на слова авторов Экклесиаста, Велимира Хлебникова, Юрия Андропова, Гавриила Державина, Николая Новикова. Московская премьера. Исполнители. Лауреаты международных конкурсов Яна Золочевская, сопрано. Солист Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко Кирилл Золочевский, тенор. Владимир Красов, баритон. И вокальный ансамбль «Терминус». Художественный руководитель и дирижер Сергей Терентьев. Видел я все дела, какие делаются под солнцем. И вот все суета, все суета, суета. Dig, go, dig.
Никогда ничего не вернусь.
вернуться назад. Нет.